déraisonnable. Видишь-то? Я. А ты? Слишком жарко. Thank you.
Так, верно. Сдавай мне оружие. Только посмотрите передачи по телевидению. Дети в наших лагерях умирают от дизентерии. Ужас, ужас, ой, как грустно. Когда люди видят такое, они собирают день. Смотрите, как кто пришел. Если ты ищешь работу, есть. Давай, скажи ему. Мы уверены... Нет, я уверен. Я Куаси. А Форд шантажирует наших друзей на Западе, ограничивая поставки медикаментов. Да, так грубо. Соседняя страна купила какое-то количество природного газа. Поезд с ним в депо. Наш план — взорвать цистерны и сорвать сделку. Станция находится в 1,5 километрах к западу от Пала, на краю пустыни. Мы хотим, чтобы ты отправился прямо на железнодорожную станцию и взорвал цистерны с природным. Теперь цистерны очень прочные. Из винтовки их не прострелить. Придется подойти вплотную и установить взрывное устройство. А когда газа не станет и медикаментов. Ах, как печально. Отправляйся к железнодорожной станции и установи взрывное устройство на цистерну с газом. И осторожнее там. Это секретное задание. Каждый встречный враг. Даже СНС. Надо поговорить. Встретимся к востоку от станции. Ты в пивняк с нами идешь или что? Куда, на днюх, что ли? Отвали! Куб юбиляр пива. Ему всего 16. 16? Да какого хера он тогда здесь делал? Хочешь делом заняться? Могу помочь.
крапин. Надо на помощь идти. Ерунда, мы должны оставаться здесь.
еще лекарства, а? Боюсь, вы опоздали. Тут уже никого нет. Но я знаю место, в полумиле на юг от Макуба. Есть там один магазинчик. Посмотрите по карте. Он может тебе помочь. Доставить такие документы – опасное дело. Отдай их ему, получишь лекарство. Как еще я могу вас отблагодарить? Осторожнее, здесь очень опасно. Thank you.
черт, чтоб тебя! Человек ранен, черт побери, он умирает! Пробивай! Я видел, как вы. Спасибо. У вас есть паспорта. Мои друзья в задней комнате будут рады вас видеть. Да, ближе. Добро пожаловать. Ты болен. Мы поможем тебе. У нас есть лекарства. У тебя есть бумаги? Теперь ты поправишься, и у нас все будет хорошо. Мы друг другу помогаем, да? Спасибо, сэр. Thank you.
очень внимательно. Есть новая цель. Следует объекту, отмеченному на карте. Уничтожь цель. Оплата стандартная, не граненые алмазы. Поступит на твой счет.
легко вывернешься. Ты в меня не попал. Почему ты в меня не попал? Потому что я твой худший актер. Да, 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 попробуй меня поймать. Ну, ну где ты? Ах, я тебя вижу. Я тебя вижу, засранец, засранец. Где ты? Я знаю твой номер. Думаешь, как легко вывернешься? Ты в меня не попал. Почему ты не попал? А, потому что я твой худший кошмар. Да, 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 попробуй меня поймать. Ну, я тебя вижу. Я тебя вижу, засранец, засранец. Где ты?
Верно. Сдавай мне оружие. Я слышал, у него рак, всего 3 месяца осталось жить. Да чего только люди не мерят? Чушь. Я слышал, что кого-то заплатили за его убийство. Кого? Шакала? Да брось, чувак торгует оружием. Кто захочет его убивать? Мне благодаря тебе и благодаря мне. Не будем тут стоять, пошли внутрь. Короче, у Афот есть собственный автопарк за свалкой. Там они чинят свои машины. Конечно, в основном скотчем и проволокой, но тем не менее... Как-то они ездят. Знаешь, где свалка, да? На западе. Унюхаешь раньше, чем увидишь. Нужно, чтобы ты устроил там разгром. Укради что-нибудь, подожги. Ну, сам придумаешь. Только обязательно уничтожь компрессоры. Это понятно? Главное, компрессоры. Слушай, платят за то, чтобы все взрывать. Такая работа не может не нравиться. Вот деньги. Теперь отправляйся к свалке и уничтожь компрессоры. Эй, последнее напутствие. Даже ребята из СНС будут стрелять по тебе, если заметят. Так что берегись. Thank you.
Я его чую. Ты смотри здесь, постепенно все проверим. Кажется, я что-то вижу. Близко. Я... Come set,
что происходит? Они выстрелили. Где ты его видел в последний раз? Надо разойтись и поискать. Нет, останемся рядом. Новая цель.
Die maak seker graf. Ek moet weer laai. Ek glo dit nie. Thank you.
Thank you.
чем кормить свою семью. Это за них вы сражаетесь. Именно поэтому вы должны сражаться за...